Друзья, с вами Стив Про, и сегодня я покажу вам автоматическую ферму тростника для Майнкрафта Богдишин. Вот так, друзья, выглядит механизм. И да, я его построил специально для вас, чтобы показать, как он работает. Ну, мы нажимаем на кнопочку, после чего весь тростник собирается. Да, он и правда собирается. Ну, давайте я вам покажу и фрат, как он работает. К примеру, вот сзади у нас выросло столько тростника, и вам лень его собирать руками. После чего вы просто нажимаете на кнопку или ставите нажимную плиту, и весь тростник у вас собирается. Но бывают баги, это связанные с поршнями, то есть первый билд. Но все нормально, друзья. И что ж, вот так у нас выглядит цепь, я знаю, что можно было сделать легче. Но я, покопаясь некоторое время в интернете, вспомнил, что есть еще облегченный способ, как сделать эту ферму. И она будет собирать сама этот тростник. Но если хотите, чтобы так я сделал или обновил эту ферму, то давайте наберем 30 лайков, после чего я сразу выпущу обновленную ферму. Она сама все делает, и внизу, как видите, лежат воронки, и половина тростника падает туда. И, как бы сказать, ну, половина тростника не пропадает зря, она собирается вот туда. Но также вам придется маленько пройти и собрать половину тростника, которая лежит на порожнях и лежит возле травы. Ну, механизм очень прост и очень хороший. Я знаю, и правда, что его можно сделать еще легче, но я люблю все посложнее. И вам придется пожертвовать этим блоком, и тростник, к сожалению, сюда ставить нельзя. И сюда вы поставите повторитель. Вот так выглядит цепь, надеюсь, все запомнили. Ну, вот такой механизм у нас был сегодня. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.